Сегодня появились новости о том, что происходит под Островцом. Ведь до начала работы белорусской АЭС времени все меньше. И, как сообщили в дирекции строительства станции, уже началась сборка реактора первого энергоблока. К монтажу оборудования приступили сразу после испытания так называемых активных и пассивных систем безопасности. Это важный этап в подготовке станции к работе. Своеобразный стресс-тест, проверка труб на герметичность и пригодность для работы под давлением показал 100% готовность первого контура энергоблока. Сам этап, он характеризуется тем, что в этот момент, значит, происходит снятие гидравлических характеристик, значит, основных систем безопасности на ядерном реакторе. Основное – это то, что открыта дорога для сборки корпуса реактора, значит, и движение дальше по выполнению планов. Этот фактор говорит о том, что практически все оборудование смонтировано и пусконалаживается. То есть монтаж завершен практически на 100%. Сразу после сборки реактора начнутся гидроиспытания при повышенных нагрузках. Напомню, первый энергоблок заработает уже в 2019-м, второй – годом позже.